Очередной турнир по смешанным единоборствам серии Selection of Warriors состоится 9 сентября в Дербенте. Вопросы подготовки к бойцовскому шоу его организаторы обсудили в администрации Дербентского района. Турниры по ММА сегодня вызывают большой интерес у подрастающего поколения. Руководство муниципалитета и спортивные функционеры уверены, что предстоящие бои дадут новый импульс развития смешанных единоборств в Дербентском районе. Отметим, что это уже пятый вечер профессиональных боев данной серии. Четыре из них состоялись в Махачкале, еще один прошел в Москве. В этот раз руководитель Selection of Warriors Абдулкерим Айгунов решил расширить географию турнира и провести его в Дербенте. Организаторы уверены, что зрители станут свидетелями ярких поединков с участием известных дагестанских бойцов.